Девчонки, всем привет! Я вот такая вот вся. Мы едем в аквапарк. Вика такой приходит, смотрит домой внешний вид, так подозрительно, типа. Ну, я, знаете, такая, типа, с лишним весом, ношу все, обтягиваюсь, а мне все равно. Вот, у меня новенькая вот такая сумочка какая-то. Ой, Вика, как там оказался, он вот здесь был, он за мной следит. В общем, мы едем в аквапарк, девчонки, потому что мы набрали воду. Думали, что она у нас согреется, все будет классно, мы на выходных искупаемся. Но, короче, мы не искупаемся, она зацвела раньше времени, никакие хлор-таблетки не помогли. А этот перекись водорода нам не успели доставить, 37%.